Наедине с климатом в Тюмени все очень просто. Последние 5 лет Тюменская область демонстрирует очень хорошие темпы роста. 15-18% ежегодно мы прирастаем в промпроизводстве. Без нужного, должного предпринимательского климата это сделать невозможно. Сегодня очень много предпринимателей из других регионов с завистью смотрят в сторону Тюменской области, потому что здесь есть все для того, чтобы открывать как можно быстрее и безболезненно развивать свое производство. Самим предпринимателям мы всегда рекомендуем одно – опираться на себя, на собственные знания. Единственная проблема, которая мешает развиваться предпринимательству – это отсутствие должного количества знаний. Именно над этим работаем. Сегодня редко слышим, что вот плохие законы, есть какие-то административные барьеры. Но когда внимательно мы общаемся, мы находим только один существенный дефицит – дефицит знаний. Мы это восполним, и никаких проблем у нас не будет.